Всем привет, дорогие подписчики! Очень рада приветствовать вас на нашем канале. Иду из поликлиники, забрала карточку Кирюшки, но подписала заведующая в садик. Кирюша у нас 7 числа выходит в сад. Будем пока что ходить на 2 часа с 8 до 10 утра. Надеюсь, она очень быстро адаптируется к новому коллективу, к ребятишкам. Так она у нас девчушка-то общительная, веселая, она очень быстро идет на контакт с ребятишками на улице, очень быстро так начинает дружить, играть вместе. Поэтому я думаю, что у нас проблем не будет с адаптацией в новом коллективе. Съездила сегодня после работы в магазин в Амадей. Там хороший у нас такой магазин, я не знаю, есть ли у вас в ваших городах такой магазин тоже. Сеть карнавальной продукции, ну и различные игрушки тоже для детей. Сегодня у меня у мальчишек в лагере водная битва, поэтому сегодня сбегала, там купила водные пистолеты и зашла, посмотрела вот эти вот. Сейчас модно это все, типа попытами играют ребятишки по 99 рублей. Мы вот тут по 350 покупали, я как увидела такой ценник, думаю, блин, если бы я знала раньше, конечно, бы там взяла. Ой, у нас такая жара на улице стоит. Вчера было 37 градусов. Сегодня уже немножко все-таки полегче. Сейчас хотя бы было облачно с утра. Сейчас уже опять солнышко выглянуло и прям парит. Ребятишек мало на улице. Даже с Кирюшкой сегодня не пошла гулять, только вечером, потому что ну, на солнце очень-очень, конечно, жарко. Прям печет очень сильно. И мы с Ярославом еще съездили. Вчера подали документы в железнодорожный колледж на повара пекаря судового. Ну, отдали документ на бюджет, отдали на коммерческое отделение, и еще можно было на выбор взять одну профессию — и судостроитель. Я вам скажу, что там творится, какой ажиотаж вообще, не только в этом колледже, вообще по всем вузам нашего города. Вообще сумасшедший ажиотаж. Мы посмотрели, хотели в колледж индустрии питания подать документы. На сегодняшний день уже 300 человек на повара-кондитера. Когда группа, когда всего там две группы, что-то набирается около 70 человек. То есть даже на коммерцию туда трудно попасть. В общем, поэтому еще поедем в несколько, конечно, колледжей, техникумов подавать документы. Но в этом году даже вариант не то, что вот попасть нам именно туда, куда мы хотим по профессии. В этом году лишь бы куда-нибудь, даже на коммерческую основу. Но даже вот если поваром идти на коммерческую основу, даже в том же железнодорожном колледже, это вот вообще самое дешевое, по Тюмени я вот узнала, 92 тысячи. Это надо вот в сентябре половину внести и потом еще в декабре. В общем, сейчас сидим, ждем до 15 августа. Проверяем свои рейтинги. Ну, вчера на коммерческой основе я посмотрела, мы по рейтингам третьи стоим. Ну, сейчас, может быть, народ и все-таки тоже на коммерцию пойдет. Все, конечно, хотят на бюджет. Очень большой конкурс аттестатов. Ну, будем надеяться, конечно, что мы куда-нибудь что-нибудь попадем. Ой, у нас ну, ребятишки на озере. Тут у нас есть места, где вот хороший пологий берег. Ребятишки тоже вон все вовсю купаются, плюскаются. У нас даже уточки сегодня на озере не плавают, все в камыши спрятались. Дима тоже бедным жарко. Ехали на дачу, Илюшка собирает ягодки, черную смородину пытается. Вадим вовсю собирает красную смородину. Сколько Вадим уже собрал? Полное ведро. Ведерко литровое. Но она в этом году, правда, ну очень мелкая, как этот, как бусинки. Она обычно у нас крупнее намного, потому что воды раз нету, так. Ой, ну мы будем. Нам надо будет вот эту вот кучу песка убрать и вот эти вот доски, которые здесь лежат. Ну, на следующую неделю договорились, нам сюда приедут на дачу скважину бурить. Но так как у нас на высоком берегу находится дача, сказали, что минимум 30-40 метров надо будет бурить. Но мы на такую хорошую, адекватную цену договорились, потому что сейчас сезон. У нас особенно в нашем регионе стоит дикая аномальная жара, поэтому, конечно, ценник взвинчивают. Но я надеюсь, все-таки на ту цену, которую мы договорились, так она нам и выйдет.
вишня вовсю поспевает, уже ирга. Сейчас пойдем, я Илюшке помогу иргу собрать, а потом пойдем. Еще крыжовник они хотят собрать. Вот гвоздичка цветет. Поели бабушкиных огурчиков. Ну, конечно, не так, как вот они в прошлый год такие были прям сочные. В этом году, конечно, огурцам не хватает влаги. Поэтому немножко они и пустотелые, суховатые. Я сказал, занимается кораблестроением, освободит молоток, даст Вадиму. Вадим, а ты что решил сделать? Пока не знаю. Досочки-то нашел себе, брусочки, что колотить нет. Будешь? А. Там у папы, вон, спроси. Егор помогает отцу. Слава, что вы делаете? Кокосину, чтоб стенка не гуляла, шаталась. Мама. Ровно стояла. У меня большую деревяшку. Сейчас найду тебе большую деревяшку. Что, Слава? Вырезается, потом вот это вставляется и прибивается на гвозди, дает жесткость в стене. Понятно. Из меня, конечно, строитель еще тот, но я сделаю вид, как будто что-то поняла. Пойду Илье поищу палку побольше, попросил. Бабуля наша красотуля собрала нам ведерко небольшое, малинки домой повезем. Мы-то здесь на даче поедим, остальные дома полакомятся. Такой аромат. Моя ведерко тут ирги, а тут бабушка тоже немного ирги и вместе перемешку с черной смородиной собрала. Пошла с мальчишками за водой. У нас здесь по центральной улице. Минут 15 от нас ходьбы есть карьер, и там в нем тоже осталось немного воды. Так вот, мы уже один раз дили 5-литровки до литровки, в общем, все, что нашли на даче, на тачку вон грузим и идем. И я 2 5-литровых ведерка еще тоже взяла. Я этот, он, господи, Егорка набирает там, потому что подход такой вообще неудобный. Егорка набирает, я в бутылке переливаю, а Вадим наверх, там, потому что берег высокий, Вадимка наверх носит эти. Идет, обливается, он с водного пистолета, жарко так. В общем, сейчас бабушка побежала, сейчас быстрее помидоры поливать. Воды сейчас еще принесем, так она пойдет огурчики потом польет. Вот такое у нас дачное сообщество здесь. Улочки, улочки, переулочки. Все строится, строятся люди. Дорога сейчас уже у нас более-менее, хоть облагороженная стала. Раньше вообще не пройти было. А хоть как-то засыпали этим щебнем, да где-то плиты выложили. И асфальт. Раньше вообще не проехать, не пройти, в грязь особенно. Ладненько, бежим за водичкой.